привет! Это новости 2x2. Я Кирилл Фокин-Сазонов, блогер и амбассадор Рутуба. И здесь можно зарабатывать на контенте. Монетизация и инфа сотка. Настало время легендарных кроссоверов огромных монстров. Появился трейлер второго сезона мультсериала «Тихоокеанский рубеж. Темная зона». Австралии захвачены кайдзю. Главные герои, сестра и брат, пытаются найти пропавших родителей. Но случайно натыкаются на заброшенную базу с функционирующим егерем. В общем, нас ждут, ну, очень крутые аниме-бои. Соскучились по новым детективным сериалам? Вышел тизер шоу «Сияющие», где главную роль сыграла Элизабет Мосс. Ее героиня — репортер, который пускается по следам опасного преступника. Ну а параллельно она борется с призраками своего прошлого. Так что ждем крутую остросюжетную драму. Ну а теперь немного о грустном. Актер Брюс Уиллис официально завершает свою карьеру. Все из-за того, что ему диагностировали афазию. Это расстройство речи, которое может возникнуть после повреждений мозга. Оно влияет на все речевые способности человека. Мы с теплотой будем вспоминать его роли в «Крепком орешке», в «Пятом элементе» и в куче других культовых фильмов. А вас призываем их скорее пересматривать в дань уважения. А с вами был Кирилл Фокин-Сазонов. Смотрите 2x2, читайте 2x2 медиа.